Приветствую вас, дамы и господа, всех, кто посетил Гарри Кинг Ченнел. Данный ролик я хочу назвать «Маленький городок Большого острова», а конкретно поведать о местечке Гергиополис. Гергиополис находится на берегу Эгейского моря, на легендарном острове Крит. Достаточно популярный приморский поселок, находящийся на границе двух муниципальных образований – Ритимны и Хани. Находится курорт всего в 22 километрах от Ритимны и в 35 километрах от Хани. За множество лет курорт сумел сохранить свой неповторимый колорит. Я в Греции до этого не была ни разу. Гергиополис устраивал своим расположением и ценой. Тур на одного человека на 10 дней вместе с визой обошелся в 500 евро. По системе все включено. Визу греки сделали на 2 года. Следует учесть, что цена эта была актуальна в начале сезона с 25 апреля по 3 мая. Представления об этом местечке не было никакого. Со слов гида, это была ничем не примечательная деревушка для тихого, спокойного семейного отдыха. В каждом просмотренном видео, которое удалось найти о Гергиополисе на YouTube, выкладывалась только часовня Святого Николая в разных ракурсах. Зрелище, безусловно, незабываемое. Дальше этого не шло. Действительность превзошла все ожидания. Я даже предположить не могла, что попаду в такую красоту. Очаровательная деревушка пленяет с первых же минут. Обрамленная пышной зеленью, утопающая в цветах на протяжении всего туристического сезона. И в этом особый шарм Гергиополиса. Поселок был назван в честь верховного комиссара Крита, принца Георга, в период с 1898 по 1906 год. Каждый год сюда приезжают несколько тысяч туристов из Европы и материковой Греции. Из года в год сюда приезжает огромное количество туристов из России, поэтому здесь чаще всего можно увидеть вывески на русском языке. Несомненно, к самым важным достопримечательностям курорта можно уверенно отнести ослепительную часовню Святого Николая, которая находится в 200 метрах от берега, прямо на косе. Отсюда открываются потрясающие виды. Первое место, которое следует обязательно посетить каждому приехавшему сюда туристу. Прекрасный средиземноморский климат, большой благоустроенный песчаный пляж и удобное расположение Гергиополиса делают его все более популярным среди отдыхающих. Между Хани и Ритимна налажено регулярные автобусные сообщения. Автобусы из Хани в Ритимна ездят с интервалом в 1 час, начиная с 5.15 до 21.00. Из Ритимна в Ханью с таким же интервалом, начиная с 6.00 до 22.00. И в одну, и в другую сторону автобус останавливается в Гергиополисе. Билет в Ханью из Гергиополиса составляет 4 евро, из Ритимна 3 евро. Отель, в котором я проживала в течение 10 дней, называется «Фериники», категория 3 звезды. Кухня была незамысловатой, не отличающейся разнообразием, но каждое блюдо было безумно вкусным. Рыба в белом соусе, мясо ягнят с хрустящей корочкой, сочная баранина, ароматные нежные десерты. Местные йогурты – это вообще песня. Персонал улыбчивый, доброжелательный, никому нет абсолютно никаких нареканий. Очень приличный вариант для трешки в Греции. В Гергиополисе можно сесть на туристический трамвайчик и отправиться к горному озеру – озеро Курнас, которое находится в 5 километрах отсюда. Стоимость составляет 7 евро. Нам поездка на озеро обошлась 12 евро на троих. Отвез нас туда и обратно на своем авто хозяин магазинчика, где мы несколько раз делали покупки. Самое большое пресноводное озеро Крит – один из райских уголков Гергиополиса, который надолго остается в памяти. А по вечерам здесь играет национальная музыка. У вас есть уникальная возможность побывать на концерте под открытым небом. Чистейшая вода, прогулки по озеру на катамаранах, утки и гуси, спокойно расхаживающие вдоль берега, прибрежные магазинчики и живописные таверны, утопающие в зелени, делают прогулку на горное озеро поистине восхитительной. Курорт славится песчаными пляжами, первозданной природой, колоритными тавернами, а также улицами, густо усаженными ароматными эвкалиптами. Здесь абсолютно каждый уголок располагает к размеренному безмятежному отдыху. Здесь встречаются несколько рек. Каждая река богата рыбой, пресноводными черепахами. Хотя поселок стремительно развивается, он все так же остается милой рыбацкой деревушкой, где местные жители по-прежнему продолжают заниматься животноводством, сельским хозяйством и рыбалкой. А небольшой маяк, который находится в порту и не несет никакой практической функции, только лишь подчеркивает загадочный образ далеких времен. Уютные отели, набережные, центральная площадь с тавернами, которая по-настоящему оживает вечером, порт, который тоже никак нельзя обойти своим вниманием. Все это удивительный, неповторимый, завораживающий и притягательный Гергиополис. Порт Гергиополис расположен в устье реки. Если пройти речку через мост и обогнуть порт с левой стороны, и дальше пройти немного вперед, а затем еще немного свернуть влево, оставив с правой стороны виднеющиеся в легкой дымке часовню Святого Николая,
то перед вами откроется зрелище удивительной красоты. На фоне гор песчаный пляж, ласковое лазурное море накатывает на берег и переливается на солнце яркими красками. На склонах гор пасутся необычные с длинной двухцветной шерстью овцы, а из ущелья в скале взбирается вверх по склону стадо барашков. Очень живописно и трогательно. Греция очень гостеприимная страна. Один раз побывав в Греции, хочется возвращаться сюда снова и снова. Thank you.